Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х6 на брусе. Также нужно будет установить и собрать фундамент, точнее собрать и установить парник, хлебница. Пока приехали, разложились. Начинаем работать. Каркас теплицы мы поставили, закрепили, выровняли его. Начали обшивать стены. Параллельно докручиваем прогоны. Конек верхний, сейчас начнется установка. Очертания у теплицы уже появились. Помимо легенды, установили мы еще парник, парник-хлебница. Особенность, он на 5 рядах бруса стоит. Очень удобно, подошел, открыл, все у тебя на уровне груди, собираешь урожай. А где урожай? Урожая нет пока. Собирать пока нечего. Вот такой парник классный. Где? О, вот он. Мы закончили монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х6. 3 ширина, 6 длина. На брусе. Пойдем смотреть. Сразу видим, что у нас перепад высот был на участке. Поэтому теплицу водрузили на кирпичики. Дверь с форточкой с одного торца. Форточка торцевая с другой стороны. На термоприводе. Также есть форточный блок, также на термоприводах. Есть система подвязки. Согласно грядкам. Грядки сделаны из металлических панелей. Все одного цвета. Цвет шоколад. Все покрашено полимеропорошковым способом. Арки сделаны у теплицы из трубы 40 на 40. Сверху приварен усилитель. Все это стоит на брусе. Брус 100 на 100. Обработан антисептиком. Закреплен к земле с помощью вот таких якорей. Поликарбонат здесь 4 мм. 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая большая, красивая, мощная, надежная теплица получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!